Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете. Здравствуйте. Меня зовут Александра Унижаева. Я директор Ассоциации клиник по медицине труда М-Профика. Мы первый раз на неделе ритейла. По сути, мы являемся ключевыми поставщиками для ритейла по медосмотрам по России. Мы реализовали интереснейший проект «Медосмотры по всей России» для ритейла через единственного поставщика. Мы объединяем более 900 клиник по всей России, более чем в 500 городах, и позволяем ритейлу решать очень много таких наболевших вопросов, как длительность оформления медицинской книжки, да, так как в регионах оформить книжку бывает там как целый квест пройти, там 14 дней, сходи сначала на медосмотр в одно учреждение, потом на психосвидетельствование сходи в психдиспансер, потом сходи в поликлинику, сделай вакцинацию, потом там еще 7 кругов ада, и потом наконец-то сходи, послушай лекцию в СЭС и, наконец-то, получи медицинскую книжку. На этом этапе отваливается очень много кандидатов у ритейлеров. Это действительно боль и проблема. Что мы реализовали? Мы сделали свой продукт информационный. Мы его называем так, личный кабинет онлайн-табло. Там мы объединяем всех сотрудников компании, ну, в частности, ритейла, где представитель ритейла может наблюдать, что в каждом городе, кто прошел медосмотр, кто какую вакцинацию должен пройти. Там реализован электронный медицинский документооборот, выдача направлений, заключений. Там есть вся информация о личной медицинской книжке человека. Мы реализовали разные решения, как в разных городах кандидатам и сотрудникам компании не ходить вот по 4 медучреждениям, чтобы собрать все необходимые документы. Мы это максимально упростили, сделали все, скажем так, в режиме одного окна, и самое главное, все это оцифровали в нашем информационном поле, так называемом онлайн-табло. Я считаю, что это, ну, классное, удобное решение. Мы работаем с очень многими сетями на сегодняшний день, известными, которые уже начали пользоваться нашим вот таким замечательным продуктом объединяющим. Они освободили очень много персонала своего от поиска поставщиков в городах, заключения договоров, доп. Соглашений, согласования реестров. Разные формы выдачи направлений, разные формы заключений. Под каждый город, под каждую клинику они раньше подстраивались. Люди, которые не имеют медобразования, в каком-то магазине им приходится разбираться в этих непонятных штампах, понимать, надо человеку делать прививку или не надо. Ну, в общем, вот эту всю боль ритейлов, связанную именно с медициной, с медосмотрами, с медициной труда, мы забрали на себя, объединили, и мне кажется, очень неплохо у нас это получилось. Поэтому вот решили на этой неделе ритейла продемонстрировать наше интересное решение, поэтому всех ждем к нам в гости познакомиться с нашим замечательным продуктом от М-Профика. Я уверен, все, кто посмотрел это интервью, уже хотят срочно вас найти. Можем сказать, где вас найти? Мы находимся на первом этаже площадки за эскалатором. В общем-то, там можно пройти импровизированную игру квест «Медосмотр шутки ради». Можно немножко повеселиться, расслабиться, выпить напитки разные. Вот, поэтому приходите, будет весело и познавательно. Спасибо огромное, желаем вам удачи на выставке, найти новых интересных партнеров, а я как человек и как другие люди, которые хоть раз в жизни меняли водительские права, желаю вам, чтобы ваш сервис распространялся и на простых физических людей, которые быстро хотят сделать все и не ждать, и не ходить по разным медицинским учреждениям. Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо.